За последние годы правительство Казахстана уделяет очень серьезное внимание развитию машиностроения. Особенно нам нравится программа развития машиностроения на 2010-2014 годы. Уже есть первые результаты. Это локомотивы в Астане, грузовые вагоны выпускаются в Екибастузе, пассажирские вагоны в Атбасаре, широкое развитие автомобилестроения. Сейчас уже в Усть-Каменогорске выпускают «Шевролеты», «Лады», «Кия», «Шкоды» – это легковые автомобили. Уже начали выпускать джипы в Кустанае. Скоро будет потребность Казахстана полностью закрыта. Развитие машиностроения, она мультипликативно влияет на все другие отрасли. Одно рабочее место в машиностроении помогает создать 10 рабочих мест в сопутствующих отраслях. И я думаю, это правильное направление, это наше будущее страны.